готов, пишу. Игорь, ну ты провел сегодня полный матч. Вот насколько сильная была нагрузка на оборону? Сколько хлопот доставил соперник? Ну, почти полный матч провел. Забили такой гол, конечно. Мы неудачно сыграли на выносе мяча, выбили в центр. И соперники воспользовались тем, что мы были в меньшинстве. На подборе остался один человек, их не пробил неудачно, еще рикошет. И как-то мяч... они не наиграли сегодня вообще на забитый мяч. Это мое мнение. У них моментов таких там опасных не было. Мы отпустили их сегодня, не забив пару отличных моментов в первом тайме. Должны были сегодня, обидно, как будто проигрыш чувствуем. Андрей, а можно тебя, Андрей? А как думаешь, вот в меньшинстве вы играли, насколько сложно было? Что самое трудное? Не упали ли духом? Нет, духом не упали. Судья очень плохо отсудил сегодня. В первом тайме, не дав красную карточку, когда наш человек выбегал один в один возле штрафной площадки. Непонятно, как он так, с каких побуждений. Ну, это футбол. А как в меньшинстве, в принципе, разницы не ощутилось. Мы хорошо контролировали мяч, так и остались контролировать. Может, где-то просто меньше впереди начали цепляться, был остался один нападающий. У нас замена произошла нападающий на защитника. Поэтому как бы сильно не ощутили разницы. Могли еще забить во втором тайме, но не повезло. Хорошо, спасибо. До свидания.